Этот человек делал все для государства и делал для нашей маленькой Удмуртии. Мы его уважали как человека, и с ним было всегда приятно поговорить. И никогда Михаил Тимофеевич не допускал того, чтобы была какая-нибудь ложь. Он был прекрасный конструктор, он был прекрасный человек, он был прекрасный отец. И мы все сегодня жалеем, что его с нами нет. Могиле неизвестного солдата. Солдата, который ковал победу в годы лихолетия.